Ветеранів авіаторів уже традиційно з Днем Перемоги вітають в Дніпропетровському аеропорті. Після військових пісень та слів вдячності згадують тих, хто так і не повернувся з поля бою. До пам'ятного знаку авіаторам Дніпропетровського авіапідприємства підносять квіти. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Для нас ветеранов это, знаете, что это радость, встреча, значит, вспоминания и тому подобное. Но это еще и вопросы воспитания. Вопросы, потому что каждый вот человек, который здесь присутствовал, он же не только он воспринял это. Он придет домой, расскажет своим молодежи, расскажет своим внукам, как здесь встречают ветеранов, как их чествуют, расскажет о боевых действиях их. Это очень полезное мероприятие. Я дитя войны. Я войну застал, когда мне было 7 лет, но, как все дети войны, я так же, как и все, почувствовал эту войну голодом, холодом и всеми невзгодами, которые выпали на всех нас. Я считаю, что праздник этот никак отменять нельзя и переименовывать его нельзя. День Победы остается Днем Победы для всех бывших народов Советского Союза, сейчас независимых государств, какие бы они ни были. Но это День Победы всех. Дніпропетровський аеропорт працює з 32-го року минулого сторіччя, тож багато працівників підприємства брали участь у Другій світовій війні. Тому з 65-го року керівники аеропорту щороку влаштовують для своїх героїв урочисті заходи до Дня Перемоги. Ми цю традицію поддерживаем, ежегодно встречаемся, но сегодня это юбилейный год, 70-й год Великой Победы. Мы подготовили материальную помощь нашим ветеранам, мы подготовили праздничный концерт. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших дорогих ветеранов с праздником, пожелать им крепкого здоровья, счастья, новых желаний, свершений, чтобы они долгие годы являлись для нас примером и вдохновляли нас на мирні і воєнні подвиги. Такі заходи потрібні не тільки для ветеранів, каже Сергій Криворотченко, яким важливо знати, що про них не забули, але й для молодого покоління, щоб останні пам'ятали, адже без минулого немає майбутнього. Надія Басіч, Володимир Позняк, новини 9 каналу.